Ребята, а перед началом моего видеоролика хотел бы вам посоветовать канал Treat Fire. Парень снимает очень качественные озвучки, у него приятный голос и качественный монтаж. Если что, ссылочка на его канал будет в описании, даже я на него подписался и аннотация на экране. А мы, ребятки, приступаем к моему видеоролику, ну что ж, погнали. Bitch, I bet I would on the low. What's up with you, ho? Bitch, you smoking drone. Bet you know, bust like 44 when I spit that flow, cause we go. И всем привет, ребят, с вами я, Домер, и, ребятки, хочу вам сказать огромное спасибо за вашу поддержку. Если честно, не ожидал от вас столько комментариев, вы просто самые лучшие. И, ребятки, хочу вам сказать, что благодаря вам я стал двукратным чемпионом Украины по кикбоксингу. Ребятки, вы просто самые лучшие, я там всем показывал, что такое тэквондо, это вообще было здорово. Если вы хотите увидеть, как проходили мои бои, то ссылочка на мой фит-канал будет в описании. Скоро там выйдет влог с чемпионата Украины, там, в Черкассах, как я им дрался. И, ребятки, если мы наберем 100 лайков, то сразу же выйдет новый видеоролик. Также мне сейчас многие спрашивают, что с набором в команду. Набор в команду уже открыт, вам всего лишь нужно будет заполнить специальный бланк, если что, ссылочка на анкету, точнее бланк, без разницы, я оставлю в описании. Вам всего лишь нужно будет указать там свое имя, возраст, микрофон, свой скайп, и вам нужно будет снять ролик, в котором вы в начале видеоролика скажете, что этот видеоролик был сделан для набора в команду к Домеру, как-то так, примерно. Так, давайте сейчас покажем, кто там на центре у нас главный, то этот чувачок пытался затащить, и я немного подсосал. Ну что ж, ребятки, приступаем ко второму раунду, погнали. И вот, ребят, у нас наступил второй раунд, сейчас будем стараться затащить. Играем мы на карте Зимка, я, правда, немного удивлен, что такая карта появилась. Я на Ваймворлд не заходил где-то недели две, и в Скайварс я здесь тоже не играл недельки две. Мне, кстати, понравилось, что здесь добавили новые карты, я приятно был удивлен. Хоть какое-нибудь разнообразие у нас сегодня будет в ролике. Так, только я не знаю, где здесь снучки и сколько их всего есть на карте. Скорее всего, должен быть еще третий снучок, который либо наверху, может этот. Да, именно он, отлично, мы его нашли. И нужно, ребятки, как-то по-быстренькому прийти на центр, чтобы залутать весь шмот. Там пацан что-то пытался сделать, но у него, к сожалению, это не получилось. Все, ребятки, потихоньку идем на центр, там на центре уже есть чувачки. Сейчас будем пока называть мастер-класс. И, ребятки, хочу вам сказать то, что... Точнее, хочу вас спросить, что вы бы хотели видеть в следующем видеоролике. Там, допустим, Skyward, Бедварс, как взломать админку. Либо же Грифер Шоу, либо же вообще краш сервера. Так что все в ваших руках. Все, что вы напишете, то я и сниму, ребятки. Меня интересует только ваше мнение. И хочу вам сказать то, что если мы сейчас выиграем, будет очень весело. Так. У него яйца, осторожно, осторожно, осторожно. Яблоки, яблоки. И, ребят, если что, на моем фит-канале будет влог, как я стал чемпионом Украины. Он получился довольно-таки эпичным, ну, почти получился, я его еще не до конца сделал, но начало уже говорит само о себе. Так, давайте вот это вот сделаем. Я там сломал кровать случайно. Ну и потом там мы еще немного пошлили. Остался последний игрок, но у меня, к сожалению, нет лука. Это невелика проблема. Ма. Невелика, главное, чтобы он меня сейчас не скинул, потому что это будет не очень здорово. Все. Мы крафтим, и сейчас будем ему показывать мастерство. Насколько я хороший ученик. Так. Когда будет открываться сам мистический сундучок? Мне интересно. 55 секунд. Отлично. Ай-яй, осторожно, осторожно. Опасность, опасность. Нам нужны палочки. Главное, чтобы он сейчас ко мне не побежал, это будет не очень круто, согласитесь. Так, отлично, все, у нас лук есть. Это меня уже, в принципе, устраивает. Отлично, мы его, ребятки, подпалили. Он прячется. И вперед, вперед, в атаку. Тысяч, тысяч, тысяч. Так, я немного пингую, это невелика проблема. Там. Сейчас покажем мастер просто. Давай, давай. Главное, не вода. Все, ребятки, мы его убили, а на этом все. С вами был Домер. Обязательно вступайте в команду. Если что, я выберу в команду ровно 3 человека, с которыми я буду записывать видеоролики. Так что ссылочка на анкету будет в описании. А на этом все. С вами был Домер. Ставьте лайки, всем удачи и не забывайте подписываться на канал. Всем пока, ребят. Пока.